Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Серега. Только что я отснял ролик по брожению и сразу перехожу к перегону. В нем я об этом говорил, да, я уже поставил шланг, еще ничего не включил. Размешал брагу, думал, там внизу хоть какой-нибудь осадок. Нет, осадка никакого нету, пена не пошла. То есть, ну, брожение полностью закончено. Поэтому мы с вами... О чем мы с вами? Включаем автоматику, заходим в программку. Сегодня будем работать на хэллоушке. Не знаю, почему так вот захотелось мне. Последний раз мы с вами работали на НБК, это была дистиллер. Теперь у нас открыть меню. Где НБК. Здесь включаем тумблер. Вместе с газом будем работать на большой мощности. Воды я налил. Ну, не целый там. Вот где-то вот так вот. Хватит на 50 литров браги за глаза. Просто за глаза. Что еще хотел? Еще хотел включить. Запустить. Да. 4,5 киловатта. Погнали, ребят. Пока разогревается. Шланг закидываем сюда. Прям до дна. У меня это как утяжелитель, да? Латунный, правда, да бог с ним. Температуры нет. Вот, там сделаны прорези. Хотите, покажу. Сделаны прорези. Вот. Поэтому заткнуть его невозможно. Это вот как утяжелитель. Все по-колхозному. Я же колхозник, братцы. Как и многие из вас, знаю. Меня смотрят такие же колхозники, как и я. Включаем. Насос для НВК, настройки насоса. Блин, шланг перегнулся. Внешнее управление нам сейчас не надо. Поэтому мы выбираем... А, вот основной режим. В пароле скорость. И начинаем потихонечку... Ой, зацепился микрофон. Начинаем потихонечку засасывать. Скоростюгу побольше. А вон он уже пошел по трубке. Вот он. Ждем, когда он пойдет вот здесь. Сразу наполним ее, чтобы потом он холостую не маслал. Оп. О, прыснуло. Ну и все. Ждем разогрева. Сейчас температура в кубе вон 34. Все просто. Да, баночку надо, пока не забыл. Поставить под сбор. Как это называется-то? Подсбор продукта. Спиртосырца, фруктового. Вот так вот. Друзья, ну вот, пар пошел. Ой, уже горячо. Вставил медный шампур. Кто знает, тот знает. У меня их два. Один для сахарной браги. Кстати, вот так он выглядит. Я его ни разу щеткой не мыл. Просто споласкиваю. Бог с ним. Сейчас она должна запищать. Сейчас температура дойдет до верху. Ну, давай, милая. Кричанка моя. Ты ж ножками давай. Душа ж за Россию болит. Чё, как долго-то? Представляете, вот сейчас по этажам вот так вот пар идет. Внизу уже было. Во-во-во-во-во-во. Всё, включилась вода. Все, колонна работает на себя. Сейчас пойдет вода. Ну, это просто вода, чуть-чуть. Кстати, ее можно было бы отобрать в куда-нибудь другое место. Ну, да бог с ним. Если же прям температура. О, все, побежала. Вон струйка. Видно? Ну, все, колонна прогрелась. Нажимаем старт. Да. И смотрим на перистальтический насос. Он включился, и брага пошла, побежала. Спиртуозность буду регулировать где-то градусов, по градусам к 30, наверное. Больше мне не надо, чтобы объем был больше, чтобы не разбавлять, а то придется работать на индукционной плите. Ну, как-то так, все, процесс запущен. Особо рассказывать тут нечего. Смотрим. Может, что вспомню, интересного рассказать вам.
Ну вот, друзья, настроилось тут 30 градусов. Ну, с коррекцией, наверное, 28 будет спускаться. Вверх поставил 97. Скорость 35 литров в час. То есть, ну, за час, за полтора, все, грубо говоря. А, за два, чего торможу. Другие, сейчас немножко изменил настройки. Ой, поставил вверх 98 градусов, чтобы спиртуозность была поменьше. Кстати, спиртуозность ровно 25, даже чуть поменьше, 24 пускай. Скорость при этом 31,8 литр. Скорее всего, это, хотя я его калибровал, все равно не точное, наверное, показание. Пускай, ну, примерно хотя бы я понимаю, что тут к чему. Други, ну и вот наша браженька заканчивается. Засасывает он остатки уже. Все-таки какой-то этот, как его, жмых-то немножко присутствует. Ну, где-то я там промахнулся при помоле, где-то еще что-то. Так, вот сейчас подержу, чтобы он высосал не практически, а все. Что делаем дальше? Все, вот он воздух засасывает. Берем балбешку на... Ой, блин, как всегда насрал. И закидываем ее в этот, как его. А сюда надо что-нибудь подставить. Секунду. Вот, пошла водичка уже чистая. Вот здесь еще сок идет. А, сок брага. Ну, так сказать, прогнать немножко, чтобы без потерь было. Это не то, что помывка или что. Помывка будет потом по-другому. Я просто тот штуцер наворачиваю на шланг душлака. Ну, как-то в ванной, на смеситель. И просто прогоняю, и все, без проблем. Вот, здесь уже чистенько идет. Здесь еще не вода. Еще брага сидячит. Температура браги, кстати, всю дорогу была 95. А вот, да, 95. При сахарном у меня от 78 до 80. То есть брага пока поднимается, она прогревается, представляете, практически кипящая брага уже падает на тарелки, переиспаряется. В общем, круто. Ректифаю тоже, кстати. Опять скажете рекламу. Нет, ребят, оборудование огонь, поэтому могу похвалить их. Молодцы, хорошие вещи. Ну вот и все, водичка пошла. Перекидываем вот это вот сюда, вот. Ой, не достает. В общем, ладно. Сейчас, друзья. Получилось у нас десятка. И 3-100, наверное, 3-200. Сейчас померю спиртуозность и скажу вам, какой у нас выход. Ну и будем завершать, конечно, наш ролик. Здесь вон баночки-то убывает. Все, ребят. Давайте сейчас увидимся. Итак, братцы, подводим итог. Получили мы 13 литров, ну 13 с небольшим, я в калькуляторе написал 13. 13 крепостью 25. Вот общая крепость продукта 25. Спиртуозность, да, вы понимаете? Блин, это заглушить пока. Электронику выключил, а компьютер работает. При этом мы получаем объем тела 2700. Даже хорошо, если я получу 2,5 литра готового продукта. Правда, я спиртуозность ввел 90, но не суть. Абсолютный спирт все равно ясен. Будет он слабже, значит, его будет больше. Либо он будет не 90, а 93, но его будет меньше. Тут вообще не суть. Абсолютный спирт, я вижу, какой у меня 2700 должен получиться с этого напитка. И, ребят, можете считать меня паранойком, дебилом. Может, я ебаквакнулся там. Я нюхаю этот продукт. Безусловно, он грушами, прям груши там 100% чувствуется, яблочко немножечко, но я чувствую там солод, понимаете? Я не знаю, как так получается, но там солод. Какая-то солодовость есть, когда вот ставил я затор на ячменном солоде, у меня его было много, да, и прям вот он, я не знаю, хлебушек какой-то, пирожки там, я не знаю, как это передать, не эмоции, а передать этот запах, то, что я ощущаю, то, что я слышу в нем, не знаю.
Первый раз, первый опыт у меня вообще с фруктами. Да, делал мацераты. Мацераты немножко пахнут, не немножко, а пахнут совсем по-другому. Вот, ребят. В общем, вот такая вот катавасия у нас получилась. Все, как всегда, прошло, ну, нормально. Полет нормальный. Все хорошо. Без затыков, без этих. Опять же, повторю, неправильно, да, кто-то скажет. Блин. Макита моя торчит, перфоратор некрасиво, да? Кто-то скажет, дурак дураком. Ну, да, наверное, это так и надо считать, потому что никто фруктовую брагу не ставит на обыкновенных, да можно сказать, даже пекарских дрожжах, да, это просто сухие дрожжи. Вот, ну, что получилось, то получилось. Он ароматный. Очень интересно, что получится из него на второй перегонке, как я говорил, да, это будет, скорее всего, ММЦ. На ней короткая царга. Ну, насадочная. На насадке будем на медной фигачить. Вот. Сейчас, кстати, ее буду подготавливать. Вот как-то так, ребят. Спасибо за внимание всем вам. Жду ваших комментариев, ваши мысли о том, что получилось. Получилось ли не хорошо, плохо. Не знаю, ребят, не знаю. Первый опыт, поэтому сравнить не с чем. Если было бы до этого какой-то опыт. Все, загрузил я вас. Ребят, хочу напомнить, что у меня есть канал в Яндекс.Зене, на который очень неохотно люди подписываются, но все равно призываю вас. Тем более там ролики выходят на день, на два раньше, чем здесь на Ютубе. Если вы сейчас смотрите Ютуб, конечно. Вот. Как всегда, хочу пожелать вам классного оборудования, вкусных напитков, здоровья во все органы. Всех обнял, поднял, заплакал. Пока.